Это уже не первый визит владыки Феофана в КФУ. В тот день встреча с митрополитом прошла на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в декабре 2015 года. На этот раз 20 апреля императорский зал собрал представителей сразу 6 институтов социогуманитарного блока. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Развитие наших контактов – это с вами целый комплекс мер по восстановлению классической университетской традиции взаимодействия светской и духовного образования. И я думаю, сегодняшнее ваше выступление и вопросы будут способствовать укреплению наших контактов и в дальнейшем. Митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан обратился к студентам и преподавателям, отметив основную мысль предстоящего диалога. Естественно, научные традиции и отставание с трудом, но можно восстановить. А вот потери гуманитарные зачастую приводят к потерям духовности и разрушению цивилизаций. История это неоднократно доказывала. Без сохранения преемственности и традиций любое дело не может быть успешным. В целом лекция была посвящена понятию ценности духовности в жизни человека. Темы, которые поднял митрополит, затрагивали не столько вопросы веры, сколько размышления о цели жизни человека. В диалог живо включились студенты университета, ведь встреча изначально не имела формат проповеди и носила общекультурный просветительский характер. И на сегодняшний день вот молодому поколению мне не очень бы хотелось читать вам никакую мораль. Это не в моем стиле. А мне хотелось бы порассуждать о смысле современной жизни. Продолжал искать ключ к молодому сердцу представитель православной церкви. В этой связи он вспомнил 90-е, когда много говорилось про никчемность традиций, а в обществе ходило поверье, предписывающее полное раскрепощение и свободу самовыражения. Тогда, как подчеркнул владыка, делалось все, чтобы разрушить традиции семьи. В первую очередь, новые формы брачных союзов. Была традиция – это семья. Брачущие – это считалось на всю жизнь. А сейчас ввели понятие гражданского брака, но понятие такое вот, оно как-то из-под тишка все. Практически рушатся как таковые семьи, не успев еще зародиться. По мнению докладчика, на свете выживают лишь те народы, кто четко хранит свои традиции. В этом месте митрополит привел в пример евреев. Подытоживая встречу, владыка Феофан признался аудитории, что молодежь у нас лучше, чем многие думают. Наша молодежь – это по-настоящему сейчас молодежь нашей надежды. А если что-то где-то не так, то виноваты мы, старшее поколение. Мы натворили, а им еще и расхлебываться за нас. Елизавета Евтефеева, Универньюз.